Девчонки, привет! Давайте сегодня про ванную комнату поговорим, так как вдавить что-то хочется. Привет! Я бы рассказала, как улучшить интерьер ванны без ремонта. Я бы, наверное, смеситель выбрала. Девчонки, ну тогда вам надо ехать в Алтай, потому что я уже тут. Всем привет! Меня зовут Юля Руши, и это программа «Сильная же». Сильная женщина и только актуальная жизненная ситуация. Сегодня с девчонками мы продолжаем цикл программ для дома. И на очереди едва ли не самое важное место для каждого человека – ванная комната. Современная ванная – это воплощение удобства, комфорта, изящного внешнего вида и функциональности. Но бывает так, что обновить ванную нужно без серьезных усилий и расходов. Как это сделать, расскажет Татьяна Лукина. Сегодня мы с девочками говорим о ванной месте, в котором мы появляемся минимум дважды в день. Именно поэтому она должна быть максимально уютной. Сделать ее такой – моя основная задача на сегодня. Но одна я не справлюсь, мне поможет в этой главной задаче дизайнер Мария. Мы находимся в Алтай-сервис. Можно ли здесь что-нибудь подобрать для ванной? Здравствуйте, да, конечно. На самом деле очень много вариантов, как можно освежить ванную комнату. Сейчас мы находимся в разделе «Зеркал». Пожалуй, с этого и начнем. Здесь очень большой выбор форм и размеров, также есть зеркала с подсветкой и без. Сама тумба и зеркало должны быть одной ширины, это очень важно, чтобы была одна симметрия. Ой, классно еще, вот я вижу, тут зеркало есть с часами, очень интересно будет смотреться, мне кажется, в ванной комнате. Опять же, зависит от стиля, если это будет классика, то уже такое зеркало не подойдет, оно смотрится очень современно. Радио включилось. О, прикольно. Ой, все, выключилось. Очень классно. Смотрите, тут можно управлять музыкой и громкостью прямо с телефона. Следующее, чем можно разнообразить санузел, это шторки для ванны. Как их правильно выбирать? Лучше всего подходят однотонные шторки, так как они не прибивают на себя внимание. Все-таки это не главный элемент в интерьере. И по цвету я бы выбирала какие-нибудь нежные пудровые оттенки или белые, серые, чтобы не спорили с интерьером. Ну, к примеру, вот такие вот шторки белые. Идеально подойдут. Да, однотонные, очень классно. А прозрачную шторку можно взять? Да, прозрачная очень даже кстати будет. К любой ванной подойдет? Да, к любой. Это классика. Белый, серый и как раз таки прозрачная. Это прям классика, подойдет ко всему. А вот еще одна важная штука – это мусорное ведро. Хромированное, с крышкой. Это очень важно для интерьера. Как раз таки крышкой закрываем весь мусор, его не видно и не портит это интерьер. То есть просто нажимаем, кнопочку и кидаем все, что нам не нужно. И закрываем, чтобы этого не было видно. Гениально. Если хотите, чтобы ваш интерьер выглядел дороже, то смените свое пластиковое мусорное ведро на хромированное. Так, я поняла. Нужно ведра, чтобы были хромированные, поэтому я выбрала ёшики. Они тоже хромированы и подойдут как раз под ведро, правильно? Правильно. Также можно подобрать под цвет ванны. Здесь тоже очень много выбора. Как раз таки мы сейчас будем наблюдать комплект под вид камня. Очень классно смотрится, стильно. Под бежевую ванну, под белую подойдет. А вообще камень актуален сейчас в ванной комнате, его использование? Да, конечно, он очень дорого смотрится и стильно. Поняла, это для светлых ванн подойдет. А если темные у нас ванны? Как раз таки для темных ванн здесь вот есть такой вот комплект, он черный. Под черные ванны, и если в ванне есть черные элементы, то тоже можно вот этим как раз таки поддержать ее. Не обязательно к темным ваннам подбирать черный свет, светлые оттенки тоже подойдут. Мы подходим, вижу, к коробочкам. Для чего они нам нужны? Чтобы мы красиво не складывали шампуни и бальзамы, всегда будет ощущение захламленности. И чтобы этого избежать, у нас вот есть такие замечательные корзинки. Вот, к примеру. Очень важно, чтобы они были в одном цвете и в одном стиле, чтобы было какое-то единение с интерьером. Кроме шампуня и бальзама, можно, наверное, масочки всякие сложить, да, все, что да, угодно, да. Все, что найдется в ванной, просто скидать в эту коробку, будет незаметно, что там некрасиво, а с виду будет красиво. Да, все верно, и все это красиво организовано в такую вот коробочку. А вот как раз стоят свечки, чтобы добавить уюта, можно поставить свечку.
Еще одним немаловажным пунктом остается, куда складывать грязное белье. Большинство их складывают на стиральную машину, что создает чувство захламления. Но лучше все-таки это организовать какую-то емкость. Как раз таки у нас есть корзина для белья тканевая. Также я ни на что не намекаю, но полотенца очень тоже важны в интерьере. Зачастую их нужно выбирать именно однотонные. Бежевые, серые, белые. И очень классно они смотрятся именно вот в таком скрученном варианте. И складываешь их друг на друга на полочку, как рулетики смотрятся. И еще одно правило, которому вы должны следовать при выборе аксессуаров в ванную, это то, что они должны обязательно сочетаться с другими элементами декора. В любом случае подобрать нужные аксессуары вам помогут в Алтай Сервис. А если же вы все-таки склоняетесь к более основательному ремонту вашей ванной, то смотрите далее, мы продолжаем. И в первую очередь нужно позаботиться о долговечности и удобстве техники. Ирина Торопова это тоже понимает и уже готова разобраться в ваннах и смесителях. А вдруг мне в этой будет неудобно? А вдруг в эту ноги не влезут? Когда мы выбираем мебель, на ней можно посидеть, потрогать ее, пощупать, понять, твое это или не твое. А вот как выбрать ванну и не ошибиться? Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать ванну и вообще с какими мерками к вам нужно приходить за покупкой? Ну, перед выбором ванны вам нужно определиться с размером ванны, узнать, какой подойдет вам ванна длины и ширины. Угу. На что нужно обращать внимание при выборе и покупке ванны? При покупке ванны нужно обратить на материал, из которого она будет сделана. Ванны бывают чугунные, стальные и акриловые. А в чем у них разница? Акриловый материал более современный, он более приятный на ощупь, не проводит тепло, не требует шумоизоляции, не требует теплоизоляции. Чугунные ванны – это классика, они тяжелые, массивные, очень устойчивые. Но при этом они требуют предварительного прогрева, потому что забирают в себя много тепла. Но они не требуют шумоизоляции. При покупке обратите внимание на толщину стенок, которая должна быть не менее 5 мм. Проведите рукой по внутренней поверхности, убедитесь, что она не скользит и вызывает приятные тактильные ощущения. А что делать, если у меня маленькая ванная комната, и я не могу себе позволить большую? Пойдемте, я вам покажу. Угу. Специально для маленьких ванных комнат существуют ванны маленького размера. Ага. Какая она малышка. Но ванну же в такой точно не принять. Ну, помыться в такой ванне, конечно, взрослому человеку не получится, но для принятия душа этого достаточно. Я смотрю, что у этой ванны специальное покрытие. Это специальное антискользящее дно. Ими снабжены все акриловые ванны, которые представлены в нашем магазине. Они позволяют вам безопасно принимать душ и не падать. А вот где-то они покрупнее, где-то поменьше. Это уже вопросы дизайна. Кому-то нравится такой рисунок, кому-то более мелкий. Ванны, сделанные из акрила, отличаются возможностью установки ряда дополнительных полезных опций – гидромассаж, аэромассаж, турбомассаж. Скажите, я у вас на сайте в описании ванны видела такую характеристику – электропитание. Это для чего? Это нужно для подключения джакузи для ванн. А они у вас тоже есть? Да, пойдемте вам покажу. Ого! Это одна из моделей, да? Да, здесь представлена ванна с установленным гидромассажем, массажем спины и подсветкой. А это что у вас такое? Это пузырьковые панели. Они устанавливаются вместо кафельной плитки для оформления ванной комнаты. Кстати, джакузи было названо так в честь братьев-изобретателей. Они придумали различные приспособления, например, насосы и аэропланы. И вот в один момент они увидели, что при погружении в воду специального приспособления получается мощная струя воды, которая можно принять как массаж. Чтобы вам было комфортно в вашей ванне, нужно правильно подобрать смеситель. Пойдемте, я вам помогу. Обычно в ванной комнате устанавливаются два смесителя. Один смеситель для раковины и второй для ванны. Для ванны используются настенные смесители. Они бывают с коротким носом,
с длинным носом. Короткий нос использовался, когда человеку необходимо просто наполнить ванну и больше он смесителем не пользоваться, ну и принимает душ. Длинный носик используется, когда у человека в ванне только один смеситель. То есть на раковину смеситель не устанавливается, если человек хочет сэкономить. И длинный носик позволяет перебросить, помыть руки в раковине и перебросить в ванну, чтобы набрать в ванну воды. Существуют встраиваемые модели смесителей. Они сразу монтируются в конструкцию ванны или раковины. Также разделить смесители можно по механизму смешивания воды. Однорычажная, самая распространенная, двухвентильная и порционная. У вас их так много, а какие они вообще бывают? Помимо стандартных смесителей, бывают еще смесители со встроенным водонагревателем. То есть, когда у меня отключают горячую воду дома? Вы открываете этот кран, и он сразу же подогревает воду, и у вас вместо холодной лежит горячая. А возможно с помощью такого крана набрать теплую ванну? Нет. Жаль. А какие еще бывают варианты? Помимо смесителей с водонагревателем, бывают еще сенсорные смесители. Для включения воды на сенсорном смесителе вам не потребуется поворачивать ручку. Для установки температуры на сенсорном смесителе снизу установлено специальное устройство, где можно отрегулировать необходимую температуру воды. Спасибо вам большое за то, что вы мне помогли с выбором. Кстати, самая дорогая ванна в мире стоит 1 миллион 740 тысяч долларов. Она считается настоящим произведением искусства и принадлежит одному миллиардеру из Арабских Эмиратов. Скорее всего, миллиардер просто в курсе того, что вложения в ремонт и обновление ванной комнаты могут дать 85% прирост инвестиций при оценке общей стоимости жилья. То есть сейчас с девчонками мы делаем вклад в будущее, вы тоже подумайте об этом. А пока я предлагаю обсудить тему глобальнее, поговорить о востребованных цветах и трендах 2021 года. Пойдемте! Это Ксения Огородникова, дизайнер интерьера. Сегодня с ее помощью мы углубимся в тренды. Да, сегодня мы с вами выделим 5 трендов 2021 года. Я читала, что главная тенденция 2021 года – это дизайн с любовью к природе. Так ли это? Это совершенно верно. Время осознанности, да, когда мы все переходим на экопродукты, на экокосметику, мы почему-то забываем о пространстве, в котором живем. Как вариант, на этом стенде представлен керамогранит, это натуральный материал с текстурой дерева. То есть его можно использовать в отделке санузлов, сочетать, допустим, с нейтральными оттенками белого, ахроматических цветов. Это будет очень гармонично. Кстати, было доказано, что мы гораздо эффективнее и продуктивнее, спокойнее и сосредоточеннее, когда окружены природой. Я упоминала о мягких ароматических цветах. То есть на данном стенде как раз это очень хорошо показано. Текстура дерева, да, сочетается со светлыми, тоже природными на вид материалами. То есть вот тут мы видим текстуру камня, да, мрамора. Его текстура, то есть очень хорошо тоже сочетается с мягкими цветами. Стоит заметить, что по мнению экспертов, в моде будет цвет шампань, а также 50 оттенков бежевого. Вов, а мне идет такая ванна? На данном стенде мы видим сразу же два тренда 2021 года. Это природный материал, керамогранит с текстурой природного мрамора. И на данном стенде это тренд контраст. Тут также представлен керамогранит с текстурой мрамора в белом цвете и темном. Эти материалы, которые уже давно известны в интерьере дома, придают ванной комнате ощущение живости, теплоты, создают аутентичность восприятия. В 2021 году нас ждет уже несколько трендов. Это контраст, это мягкие цвета и это натуральные материалы и фактуры. Будет ли что-то еще интересное? Да, конечно. Следующий тренд – это необычные детали. В данном случае мы можем рассмотреть интересную цветом плитку под терракот. Ее также можно сочетать с ахроматическими мягкими светлыми оттенками.
В интерьере важно не переборщить с цветом, а акцент желательно делать на контраст и текстуру. Ну да, судя по всему, эти цвета смотрятся очень стильно и интересно, тем более, что это представлено даже на композиции. Я бы не отказалась от такого помещения. Да, Юля, я с вами совершенно согласна. Мы плавно перетекли к следующему тренду 2021 года. Это тренд «Необычные детали». Данную плитку мы можем использовать в санузле, но предварительно обыграв ее какими-то интересными аксессуарами в виде футуристического зеркала, да, например, мы можем дополнить это интересной сантехникой. Также не сдает позиции мозаика с вкраплением камня. По-другому ее можно называть плитка терраца. Это является также трендом 2021 года. Советую рассмотреть плитку терраца в оформлении ванных комнат. Она также подойдет для оформления столешницы под раковину. Ее можно сочетать как в стиле минимализм, так и уйти в классику. Если прикоснетесь к этой плитке, получите очень приятное тактильное ощущение. Попробую. Ну и правда очень приятная необычная фактура. Мне кажется, если это на стену или на пол? Везде. Даже на столешницу можно. Мне кажется, если вы возьмете такую плитку, можете даже застелить коврики. Это решение в итальянском стиле определенно никогда не бывает скучным, благодаря неограниченному сочетанию цветов и материалов. А, например, здесь представлен какой-то тренд? Да, конечно. Тут представлен тренд минимализм. Ксения, что делать тем, кто хочет роскоши, кому интересно позолота, лепнина? Как им быть в тренде? Для любителей роскоши я предлагаю грамотно расставить акценты в виде интересных смесителей под латунь, например. Не использовать цыганщину, а знать меру во всем. Вот здесь мы видим очень удачный пример стильной роскоши. Здесь нет ничего лишнего. Очень красивый смеситель под латунь. Зеркало в таком же обрамлении под латунь в виде акцента бра. То есть вот так должна выглядеть стильная роскошь в 2021 году. Востребован тщательно подобранный, сдержанный внешний вид. В тренде нейтральная цветовая палитра, серая и матово-черная тона. Роскошь проявляется в утонченности. А если человека интересует плитка более низкой ценовой категории, у него есть какой-то вариант сделать ванну трендовой? А ничего страшного. Сейчас тренды 2021 года будут присутствовать в плитке абсолютно любой ценовой категории. Прекрасно. Экспериментируйте с этими трендами, вы можете комбинировать их для достижения того эффекта, который вас наиболее впечатляет. А если вам нужны дополнительные идеи для вдохновения, то вы всегда можете прийти в торговый центр «Алтай» и окунуться в атмосферу отделочных материалов для ванной на любой вкус. После того, как мы определились с дизайном нашей ванной, можно переходить к мебели. При выборе мебели важно учитывать ее цвет и цвет основного фона. Они должны гармонировать. Правильное сочетание цветов и оттенков – это важный принцип современного дизайна ванной 2021. А, кстати, Алена Милина уже готова рассказать вам, какой должна быть правильная мебель в правильной ванной. Смотрим! Ванная комната – это место нашей силы, девчонки, ведь именно там мы проводим ритуалы красоты, масочки, принимаем ванну, ну и, конечно же, начинаем свой день именно там, потому что умываться, делать мейкап и так далее. Но как сделать так, чтобы в нашей ванной комнате была классная мебель? Какую выбрать, я просто не представляю, потому что тут столько всего. Пойду искать эксперта. Я выбираю мебель для ванной комнаты. На что обратить прежде всего внимание, помимо того, что она красивая и у нее классный дизайн? Ну, основное, на что стоит обратить внимание, это на размер мебели, которая подходит для вашей ванной комнаты. Угу.
Мебель бывает размером от самых узких моделей 40 сантиметров и до метровых. Соответственно, если ванная комната небольшая, то вам придется поставить уже небольшую раковину. Ну а в большой ванной комнате маленькая раковина будет смотреться уже не очень хорошо. И поэтому предпочтительно поставить более широкие модели. Я смотрю, что есть разные тумбочки, есть на ножках, есть вот такие подвесные. А какую лучше выбрать? Смотрите, разница в том, что тумбочки на ножках будут стоять на полу. Если у вас коммуникации скрыты в стене и не мешают, можно установить стандартную тумбу на ножках. Если же у вас снизу идет труба, то установить тумбу на ножках уже не получится. В этом случае используются подвесные модели. Ну, кстати, они тоже такие достаточно эргономичные, туда тоже много что войдет. Да. Расскажите нам немножко про сам материал. Какой он должен быть в ванной? Мебель для ванной комнаты должна быть изготовлена из влагостойких материалов, потому что в ваннах повышенная влажность. Как понять? Посмотрите, есть разные, я вижу, вот это вот светлое, да, такая немного лакированная. Здесь уже более дерево. Ну, в общем-то, и те материалы влагостойкие, отличия будут именно в дизайне. Здесь уже подбираете по интерьеру, по кафелю, смотрите, чтобы все совпадало, подходило. Вот я смотрю, что есть еще разные раковины, да, квадратные, круглые. Есть вот такие, как будто они стоят на стоечке. Накладные, да. Да, накладные. Ну, это опять же вопрос только дизайна. То есть кому-то больше по дизайну подходят квадратные решения, потому что у него и смесители, и унитазы тоже в квадратном стиле. Кому-то округлые формы. Илья, а как выбрать по фурнитуре именно? Потому что есть вот такие именно с ручками, а есть вот такие модели, когда ручек нет, мы просто берем, открываем, и потом плавно она закрывается. В данной модели вместо ручки предусмотрен специальный паз в створке ящика. Видите, он идет потоньше, чем сама стенка. Также данная модель снабжена доводчиками. Достаточно толкнуть шкафчик, и он сам закроется без шума, грохота. А здесь уже более классическая модель, то есть сделаны стандартные ручки для удобства открывания и закрывания. Я знаю, что сейчас зеркала в ваннах, они еще и умные, да, и в них чего только не встроено. Расскажите о таких моделях. Да, есть зеркала со встроенной музыкой, сюда можно вставить флешку, либо подключить ваш смартфон через Bluetooth, раздать по Bluetooth музыку. То есть... В зеркале установлены специальные колонки, вы можете слушать любимую музыку, либо радио прямо в ванной комнате. То есть через зеркало. Утро, да, может быть, сразу бодрым, сразу с любимой музыкой. Да. Чистим зубы, умываемся, принимаем души, друзья, поем и танцуем. Это ли несчастье? Класс! Часто в ванной комнате вы сталкиваетесь с проблемой запотевания. Вы сходили в душ, зеркала запотели, вам нужно расчесаться, побриться, но ничего не видно. Угу. Для решения этой проблемы производители сделали функцию антизапотевания в зеркале. Нажимаем кнопочку, зеркало подогревается и... не запотевает. Слушайте, ну это вот реально очень удобно. Такие умные зеркала теперь для ванной комнаты есть. Это здорово. Ну а также, если, например, у нас большой дом, да, или квартира, где есть несколько, например, и ванная отдельно, отдельно туалетная комната. Туда же тоже необходима какая-то мебель, да? Да, существует специальная мебель для туалетных комнат. Вот такие вот удобные тумбочки. Да, небольшие тумбы, они узкие, в отличие от тумб для ванных комнат, так как в туалете места очень мало, но тем не менее что-то складировать там приходится. Смотрите, здесь есть еще вот такая секретная полочка. Здесь тоже все удобно для чистящих средств. Ну, а если много хранится вещей в туалете, то есть большие шкафчики, которые вешаются над унитазом и вокруг унитаза тоже. Спасибо большое, Илья, за эту ценную информацию. Теперь я знаю, как выбрать мебель в ванную комнату. Ну и, конечно же, поеду замерять все. Ну и потом за зеркало. Спасибо. Вот так вот, приехав в один торговый центр «Алтай», мы разобрали основные вопросы, связанные с ванной. Да и, видимо, отсюда уходить еще никто не хочет. Девчонок не видно, да и я еще посмотрю.
Девчонки, я поняла, что я тут вообще надолго, не хочу отсюда уходить. Главное, запоминайте, что тренд – это контраст. Мне он больше всех понравился. Вот, смотрите, черное-белое, безумно стильный интерьер. Я еще посмотрю, так что меня не ждите. Девчонки, смотрите, какие зеркала нашла для ванной комнаты. Тут и функция антизапотевания, тут тебе и часы, и подсветка, и даже музыку можно слушать. Представляете, как круто? Кстати, девочки, не забудьте, когда будете выбирать ванну, нужно обязательно замерить ширину и длину. Угу. Девочки, а я как раз таки сейчас бегу на кассу, чтобы поскорее обновить свою ванную. Вот, смотрите. И увидимся завтра. Пока. Keep it real!